Дорогие друзья, об этой трагедии знает уже весь российский шоу-бизнес. Но среди простого населения об этом мало кто знает. Мы не знаем, когда об этой трагедии сообщат по телевидению, поэтому решили об этом рассказать вам. Смотрите наши новости, не переключайтесь, друзья. Сегодня рано утром мы узнали о том, что ночью в одну из больниц города Москвы с серьезной травмой позвоночника бригадой скорой помощи был доставлен известный российский артист. Артист театра и балета Николай Цискоридзе. На данный момент он находится в больнице, ему уже оказана медицинская помощь. Наши источники сообщают о том, что он получил серьезную травму, находясь у своих друзей в Подмосковье на даче. Что произошло там на самом деле, сейчас разбираются наши источники. Надеемся на то, что с артистом Николаем Цискоридзе, друзья, все будет хорошо. Уже завтра рано утром мы постараемся в нашем новом выпуске на нашем канале рассказать вам подробности. На данный момент рассказать больше пока нечего. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши новости, друзья. Главное, не забывайте, что мы единственные источники, которые рассказываем всю правду.